больше всего интереса вызывает именно Rogue Core и пятый сезон Deep Rock Galactica. Так что мы будем смотреть и наблюдать. Итак, что у нас такое было? У нас новая миссия Deep Scan. У нас новый враг Сталкер Глифидный. У нас, да, Deep Scan, и, собственно, будет это веселый подъем на дриллевейтера, то есть, или не подъем, наоборот, спускание на дриллевейтера к ядру этого самого Маркитового семени. Вот, там будет миссия внутри, и которая надо будет новый Core Stone, какой-то ивент, враг, шотгановый спидболлер. Это вот корлок, настенный корлок. Вот, дальше, ну это глифидный сталкер, я думаю, может быть с определенным, ну то есть враги, они начинают делать интереснее, чем было. То есть в определенный момент казалось, что вот этот граббер там, вот этот пиявки сверху, они будут что-то из разряда заставлять тебя не ходить одному. Но вот, видимо, они немножечко возвращаются к этому принципу. То есть враги появились, которые выхватывают тебя из компании. То есть этот Скорпион. И вот этот вот... кто там был? Который стреляет по площади. Этот красножопый этот. Вот, и тут глифиды появились, которые снимают щиты и будут больно бить. Но это не совсем, конечно, как ассасин или там этот гончая из Dark Tide, или там охотник из Deep Rock, какой-то Left 4 Dead, но что-то в этом роде. Вот, где-то рядом. То есть это уже не Killing Floor, совершенно точно, где просто отстрел всего-всего, что больно бьется. Так, но Overclocky, это понятно, это на месте надо судить, что будут. Будут новая сложность с модификаторами, которые будут присутствовать только на 5+ сложности. Вот, их нужно будет через поручение добывать. Сезонно можно будет взаимозаменять и дорабатывать то, что ты не доработал. Вот, если ты хочешь, конечно, этим заниматься. Вот. Дальше новые спешилы, модификаторы миссии. Это непонятная вторичка, кровавый сахар, который kill to survive, убей, чтобы выжить. Вот не понял, кстати, это говоришь, он можно будет хавать, но оно будет отнимать здоровье потихонечку. Посмотрим. Так, это больше огня на поражение, меньше милишки, больше стрельбы и эбонитовое нашествие. Вот, да, ну фильтры для шмоток и новая фаза атаки для этого Аморан Стоуна. Камня Амарана. То есть она будет... Фазы останутся те же, но она будет атаковать по-разному. То есть дополнительно захватывать в такой вот саркофаг каменный. Что там у нас дальше? Ну, конечно, там Armor DLC. И трейлеры. На этом, наверное, все. Ну что, дорогие товарищи, спасибо, что смотрели со мной. Если вы смотрели Deep Rock Survivor, я не рассматривал. Ну, наверное, что-то там прикольное. Оно тем более еще в Early Access было, как минимум. То есть развиваться и развиваться. Вот. Ну, это такая 2D-шная. Тут дальше какие-то девелоперские штуки. Но нам не интересно. Ну, мне, по крайней мере, не интересно. Мы говорили про ДРГ. Ну, в общем-то, так. Корп,
еще долго будем ждать. Как минимум, они будут заниматься этим только после пятого сезона. То есть это 2005 год. Будут 2025 год. И, в общем-то, на этом все. Так что спасибо, что смотрели, дорогие товарищи. Лайки, подписки, шары и прочая штука. А на сегодня у меня все. И увидимся. Увидимся в этой. Блин, не в этой. Ну, в ДРГ увидимся, а может еще где-нибудь. Явно с новым сезоном я приду посмотреть, что там происходит. Так что так. Ладушки, спасибо. И всем пока. Увидимся.